Мгновение мы объявим, кто же стал победителем в этом поединке. Ну а прямо сейчас я прошу поаплодировать спортсменам за турнирный год. Итак, окончим первый раунд. Ваши громкие аплодисменты. Иван Савчик, Назим Радимов. Итак, давайте проверим, у кого больше болельщиков в зале, кто болеет за Ивана Савчика. Какая поддержка у Назима Радимова. Друзья, кто болеет за яркий поединок?
Так, пошла заключительная минута третьего решающего раунда. Ваши громкие аплодисменты спортсменам. Дорогой завершён, ваши громкие аплодисменты! Итак, для проведения церемонии награждения и вручения чемпионского пояса в ринг приглашается
член Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», заместитель директора по земельным и имущественным отношениям компании «Холдинг Золото» Сергей Васильевич Левин. Огромная куча дерьма. И это норма.
она заключается в том, чтобы найти дерьмо, с которым вам понравится иметь дело. Если вдруг для кого-то из вас я стану таким дерьмом, не смывайте меня раньше времени. Дайте немного повонять. Так и быть, я испорчу вам воздух завышенных ожиданий. Зато научу радоваться тому, что есть. И это вам покажется свежими овощами. В отличие от тех ментальных консерв, которыми вас накормит сладкий.